Ребятушки, всем привет! Вот имеется такой телевизор, собственно, и я по классике жанра всем советую делать, у кого есть часы, и они находятся где-то рядом с телевизором, делать вот здесь вот полочку. Делать полочку, ставить телевизор, также эта полочка может служить для тюнера, для того, кто там уже еще старые там DVD-шники какие-то смотрит, что-то еще. Ну, хорошо она смотрится, плюс телевизор, как правило, сюда наклонен, место там предостаточно, вот. И, как правило, у людей там же сразу есть розетка, чтобы все это дело подключить и так далее и тому подобное. В общем, давайте сейчас покажу, как с подручных средств сделать полочку красивую. Ребятушки, всем привет, всех приветствую на своем каналчике. Вот имею вот такие вот две запчастюли, которые вот, в принципе, это уже шло все на выброс. Вот сосед мне подогнал вот такая и вот такая вот, типа, штукенция. Это, как ее называют, тырсоплита, ДСП, ДВП, там напишите, как правильно, в комментариях. В общем, с чего делаются там шкафчики, полочки и так далее и тому подобное. Вот это отходы, чтобы вы понимали, то есть это брак, шло на выброс. Я подогнал мне сосед, огромное ему спасибо. Он собирался вообще этим котел топить. Смотрим, ребят, значит, придумал я вчера вместе с ним сделать с этой, собственно, штуки такую вот полочку. Смотрите. Вот, берем мы, разметил я уже здесь и здесь шуруп, это вчера сосед уже прикручивал так сразу. Дизайнерская работа идет, ребятушки, собираем. Время на часах. Под часы будет вот такая полочка. Кукушку осталось, это... да. У есть, пришлите. Кукушку пришлите, да, чтобы била кукушка еще. Я считаю, что уматная тема, у меня, вон, видели над часами, я покажу какая. Вот сюда часики раз, это к стене то прикрутил. Под инструмент даже пойдет. И отлично. О, вещара. Сразу я решил разобрать и дальше разметить два отверстия, которые буду прикручивать к стене нашу полочку. Сейчас мы, ребят, все это дело соберем, прикрутим. Вот уже здесь есть отверстие. Вот, и получится, собственно говоря, классная полочка под часы над телевизором. Увидите, будет просто пушка. Так, ребят, погнали, скручиваем все это дело. Эти отверстия, это сосед вчера на скорую руку прикручивал. А эти сейчас я просверлю, чтобы шуруп, собственно говоря, красиво выглядел. Это карандаш обычно, я потом вытру просто резинкой, либо же можно тряпочкой вытереть, влажной салфеткой, и видно не будет. Погнали, ребят. Так, ребят, просверливаем вот здесь отверстие. И просверливаем вот здесь отверстие. Сразу по меткам. Чтобы не просверлить насквозь. Раз. И вот здесь вот. И вот здесь вот. Два. Все, отверстия готовы. За них мы будем прикручивать к стене. Ребят, сидя на кровати, скручиваем нашу полочку до кучи вот таким вот образом. То есть вот эта часть будет отвечать, как вы поняли, за то, что будет держаться к стене. А белая часть будет сама полочка. Вот такими шурупами, относительно не длинными, чуть больше двух толщин самого изобретения нашего. Можно тут на полу. Эта полочка будет хорошо держаться. И вид будет иметь необычный. Так, все, вот она у нас такая получилась. Погнали дальше. Ну что, ребятки, вот я уже закрутил сюда шурупы. Теперь буду делать разметку на стене и прикручивать по уровню нашу полочку. Так, ребят, сделал я меточку по центру телевизора. Ну, и по центру стены. У меня что-то телевизор центрально стоит, все четенько.
И теперь мы будем эту полку сюда прикручивать. Так, ребят, прикручиваю сначала вверх. Такой длинный шуруп по дереву. У меня здесь получается глиняная стена, там брус стоит в середине. Вот так красиво получилось, четенько. Теперь уровень выставляю и контроль вниз. Все, выставил по уровню, теперь прикручиваем вниз. Ну что, ребятушки, низ прикрутил, по-моему, получилось вообще четенько, красиво. Ребятушки, вот такая получилась красота. Всем добра, бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, и вы получите 10% скидки на страховку для вашего автомобиля. И это можно сделать онлайн, ребятки. Всех обнял до хруста. Пока-пока, до новых встреч. И напишите в комментариях, а где у вас часы находятся, и делаете ли вы такие полки над телевизором для часов, либо же каких-то тюнеров.